В Grand Theft Auto Online Rockstar Games реализует в сетевой игре то, что прежде было возможно только в одиночном режиме. Теперь вы сможете заниматься всем, чем только захотите. Это населенный разными персонажами огромный, живой, развивающийся мир. Welcome to paradise. Well, that was awkward. С множеством разработанных для сетевой игры механик. Обширным списком состязаний и развлечений на любой вкус. По прибытии в Лос-Сантос вы получите массу возможностей заработать деньги и потратить их. You need to better representate yourself, you know what I'm talking about? Повеселиться и влезть в проблемы. Можно действовать в одиночку, заводя друзей и приобретая врагов. Или же примкнуть к банде. Собраться вместе и взять винный магазин. Или испытать себя в классических режимах. А может заняться чем-нибудь еще. Выполняя задания, вы будете зарабатывать деньги и репутацию. Средства можно тратить на изменение облика героя, на одежду, модификацию оружия и транспорта. А начав зарабатывать по-крупному, вы сможете приобрести квартиру и пригласить в гости друзей. Или купить гараж и разнообразную технику, а затем принять участие в наземных, воздушных и водных гонках. А может, вы будете просто кататься по округе. Все ваши действия послужат развитию карьеры. Вам станут доступны новые персонажи, новые задания, награды и почти безграничные возможности. Rockstar будет постоянно расширять и дополнять игру. Кроме того, вы сможете создавать собственные гонки и сражения с помощью встроенного редактора. А затем делиться своими творениями со всем миром. Или же испытывать чужие разработки. Grand Theft Auto Online привносит в сетевую игру главную отличительную черту серии Grand Theft Auto — безграничную свободу.